Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Цві Зільбер, ізраїльський журналіст, головний редактор Лучшого радіо. Цві, вітаю вас в ефірі. Вдячний, що підключилися до нас. Вітаю, шалом і слава Україні. Героям слава, вдячний. Так ось, звичайно, хочемо зрозуміти, що відбувається в Ізраїлі. Пам'ятаємо, що українці дуже підтримують Ізраїль в війні, в тій операції, яку Ізраїль проводить в секторі Гази. І от бачимо, що от зараз прем'єр-міністр Нетаньягу, він виступив з такою критикою Байдена, Білого Дому. Він сказав про те, що от нібито Сполучені Штати Америки затримують зброю для Ізраїлю. В Білому Домі відреагували, сказали, ми не розуміємо, про що йдеться. Більше того, повідомляється, що була запланована американо-ізраїльська зустріч, вона мала відбутися 20 червня, її нібито після от такої критики Нетаньягу навіть відмінили. Що відбувається в Ізраїлі зараз? Да, ну я би не став називати це операцією, це все-таки з самого початку Ізраїль називає війною, спецоперація – це з лексикона другого президента. Політика Ізраїля в Сполучених Штатах, вона дуже складна і противоречива, особливо в тому ключі, що приближаються вибори, і, як говорять багато, і в Ізраїлі, і в Сполучених Штатах Америки, Бібі ждет победы своего друга Байдена, своего друга Трампа, простите. І наоборот, з Байденом у нього как-то отношения не сложились, і Байден очень-очень долго не встречался с Биби и даже не разговаривал по телефону с ним. Но надо понимать, что и с Трампом у Нетаньяу очень плохие отношения, потому что Трамп его постоянно критикует, и Трамп его практически проклял. После того, как Трамп проиграл выборы Байдену, то Биби был первым из мировых политиков, который позвонил Байдену и горячо поздравил его с победой. А Трамп еще несколько месяцев в судах доказывал, что эти выборы были нечестными. Вот. То есть там тоже есть своя история. Но мнение такое есть. Вы знаете, что когда существует какое-то мнение, то это иногда бывает даже важнее, чем то, что происходит на самом деле. Мнение такое есть, что Нетаньяу затягивает эту войну специально, чтобы дождаться прихода Трампа. Но я не очень понимаю, что Трамп может изменить. Война это очень странная. И понимаете, если мы берем только Хамас, то поставки американского оружия здесь вообще не критичны. Израильская победа над Хамасом сегодня не зависит от количества оружия. Для Хамаса у Израиля оружия хватит. Проблема в отсутствии политической воли и принятия решений. И мы просто не знаем, чем эта война должна закончиться. Надо понимать, что в Рафиахе сегодня идет совершенно безумная война, которую не видела, наверное, ни одна армия мира. Потому что город буквально весь пронизан туннелями. Весь пронизан видеокамерами, то есть террористы из туннелей по видеокамерам видят все, что происходит снаружи. Дома все заминированы, практически в каждой квартире есть заминированная комната, пробиты стены, и можно проходить так через стены из одного дома в другой. То есть там идет совершенно невероятная война, антитеррористическая зачистка такая. И вопрос в том, что мы будем делать дальше. Вот, допустим, зачистили мы Рафиах за несколько недель. Вопрос, что дальше, потому что израильская армия ведет такую очень сомнительную тактику, когда мы какой-то район захватываем, защищаем от террористов, а потом оттуда уходим. И террористы, разумеется, очень быстро возвращаются. Вот нет у нас такой стратегии понимания, что это будет, реоккупация или как это будет, что будет на следующий день. Это мы не знаем. То есть армия пока так перекатывает этих террористов, знаете, как вот есть грязная квартира и надо ее убрать. И вместо того, чтобы там вычищать всю плесень, все это там тщательно с химикатами, с водой вот промыть и прочистить, просто берут щетку и перегоняют эту пыль из одного места в другое. Вот примерно этим занимается израильская армия. Но опять же я говорю, что не критичны здесь поставки американского оружия. Поставки американского оружия, там действительно задержка есть с тяжелыми бомбами, потому что американцы считают, что эти тяжелые бомбы могут нанести большой вред мирному населению. Все остальное они поставляют, и главным образом снаряды для железного купола.
и для других средств ПВО. Что касается поставок вооружения, они необходимы, когда начнется война с Хизбаллой. Она, скорее всего, начнется. И вот там дело приобретет очень серьезный поворот. И там действительно Израилю без массированной поставки американских боеприпасов Израиль не сможет там воевать. Ну, просто потому что от нас же требуют, чтобы мы воевали только высокоточным оружием, чтобы не страдало мирное население, а в тех условиях, когда враг постоянно прикрывается мирным населением как тактика выживания, то воевать очень-очень сложно. Байден надеется, что если война в Газе будет быстро закончена, то удастся убедить Хизбаллу, что надо останавливать войну и приходить к какому-то политическому соглашению. Байдену вот сейчас точно не нужна война между Израилем и Хизбаллой, потому что есть очень высокий шанс, что она перерастет в региональную войну, в нее подключится Иран, и тогда Соединенным Штатам Америки тоже придется вмешиваться в войну, а перед выборами Байдену это точно не надо. Ой, вибачте, переб'ю вас. А от ми пам'ятаємо, що Байден запропонував певний мирний план. Пам'ятаєте, так? От там же ж було декілька пунктів, і нібито навіть один зі спікерів уряду сказав, що так, ми на нього погоджуємося. Що з цим мирним планом взагалі? Ну, во-первых, его отверг Хамас. Во-вторых, понимаете, здесь есть две разные позиции. Это как замерять Россию и Украину. Здесь есть две разные позиции. Хамас готов только на капитуляцию Израиля, то есть Синвар и Нетаньяху, они мыслят примерно в одном ключе. Они оба не готовы без победы заканчивать эту войну. Соответственно, если Израиль идет на условия Хамаса, первое и главное условие – прекращение войны и вывод войск. Это означает, что через 10 минут Синвар вылезет из своей ямы с флагом и объявит победу. А Нетаньяху готов, значит, на любую сделку, лишь бы в конечном итоге Израиль мог продолжать военные действия и добиться победы, вот, которую он обещает, говорит, что мы в одном шаге от абсолютной победы. Поэтому здесь практически нет никакого места для договоренности. Что сделали американцы? Они сказали, что типа вот будет первый этап, это будет прекращение огня на 42 дня, и они шепотом пообещали Хамасу, что за эти 42 дня, за это время они убедят Израиль, что надо войну заканчивать и найдут какой-то вывод, и типа они наполовину гарантируют Хамасу, что на этом война закончится, боевые действия не возобновятся, при этом Израилю они говорят совсем другие вещи. И так это не работает. Тем более, что Хамас каждый раз, когда видит такие попытки, он завышает свои требования, как правило. Ну, как Путин, да, когда он видит, что перед ним начинают расшаркиваться и хотят ему предложить какие-то условия, то он только ужесточает свои требования, его аппетиты растут. Поэтому я, честно говоря, не верю в перспективу переговоров и какого-то мирного урегулирования между Израилем и Хамасом. Нет плана следующего дня, в этом самая большая проблема. Если в Украине примерно мы понимаем, как закончится эта война, да, то есть война закончится вступлением Украины в НАТО и Евросоюз и получением гарантии безопасности Запада. Технически остается только вернуть под свой контроль территории, оккупированной Россией. С точки зрения Израиля все наоборот. Да, то есть понятно, что чисто технически в военном отношении, конечно, никаких проблем нет разбить эти несколько батальонов террористов, даже в очень сложных условиях. Но вот что дальше будет, тут полная неопределенность. Никто не знает, как эта война закончится, что означает полная победа. Ну, я не знаю, я вижу единственный выход – это реоккупация Газы на какое-то время, не навсегда, и без возвращения туда еврейских поселений, реоккупация для того, чтобы там появилась какая-то власть, которая будет не Хамасом, не знаю какая. Но в Израиле очень не хотят этот очень нежелательный сценарий, в первую очередь для израильской армии, поэтому пока выхода какого-то не видно. Знаєте, що ще цікаво? От я просто, звичайно, є дуже багато паралелей між тим, що відбувається між Україною та Росією та Ізраїлем та Хамасом, так, оці дві нібито різні війни в дуже різних географічних, м'яко кажучи, обставинах і політичних також. Але дійсно ми бачимо, що от в двох цих випадках Сполучені Штати Америки, Білий Дім намагається, як це
керувати ескалацією, отак вони це називають. Але от не до кінця, я думаю, українцям зрозуміло, чому це відбувається з Ізраїлем. Тому що з Україною все зрозуміло, так? Ми там просто партнери, немає ніяких союзницьких відносин. Більше того, ну, Росія велика, в них там ядерна бомба. Більше того, а якщо вона почне розпадатися, то це ж така трагедія. А чому з Ізраїлем? Ну от, чи це пов'язано тільки з виборами, тільки з тим, що от є громадська думка в США, що от Ізраїль – це агресор, а от сектор Гази, Хамас, палестинці – це жертви? Ну, это точка зрения леваков, это точка зрения прогрессистского крыла демократической партии. Большинство американцев так не думают, и в отличие от Европы, Соединенные Штаты гораздо более произраильские. Я думаю, что если взять республиканскую партию, то, ну, те, кто голосует за республиканскую партию, наверное, 95% поддерживают Израиль. Ну, а из республиканцев, наверное, 50-60%, из-за демократов, простите, наверное, 50-60%. Поэтому поддержка Израиля в Соединенных Штатах Америки довольно широкая. Но вы обрисовали, вы упростили ситуацию, понимаете? Когда Израиль начал эту войну в конце октября, я имею в виду наземную операцию, то Соединенные Штаты были полностью на нашей стороне. Если вы помните, после 7 октября они сразу прислали 2 авианосца для того, чтобы успокоить Иран и всех остальных акторов, которые, возможно, захотели бы воспользоваться моментом. Но тогда Соединенные Штаты были целиком на стороне Израиля, потому что Израиль заверил американцев, что мы сейчас быстренько зачистим Газу, и будет Газа без Хамаса. И дальше будем решать, возвращать палестинскую автономию. И так продолжалось несколько месяцев, потому что действительно Израиль показывал там выдающиеся достижения. Соотношение потерь было, наверное, 1 к 1000, один израильский солдат на 1000 террористов. И в конце января что-то произошло, мы сами не понимаем что, когда Израиль вдруг вывел из Газы 90% своих сил, и началась вот такая вот, вот началось такое вот болото, топтание на месте и перегон террористов из одного города в другой. Они просто по туннелям уходят и оказываются там, где израильской армии нет. А мы продолжаем вот так вот ходить по кругу и захватывать, уходить. И американцы не понимают, в чем дело, и задают Биби вопрос, а что вы делаете, собственно говоря, что вы делаете? И растет давление по поводу жертв в секторе Газа, вот жертвы, вот разрушения и так далее. А Израиль не может дать ответ, Израиль не знает, Биби не знает. У меня такое ощущение, что Биби охотится за Синваром. Вот для него вот каждый раз мы узнаем, что в Газе разбрасывают листовки и предлагают денежное вознаграждение за информацию о том, где находится главарь Хамаса. И эта сумма все время растет. Вот у меня такое ощущение, что Биби надеется, что в один из дней мы найдем этот бункер, где он прячется, и вот если мы его вытащим живым или мертвым, то это, конечно, будет картинка победы. Что будет дальше, уже не важно. Но вот мне кажется, что Биби делает расчет на это. У него тяжелая политическая ситуация и внутри страны, и внешнеполитическая ситуация. У Биби вообще не осталось, по-моему, друзей. Есть только Подхалим и его клевреты, и со всеми остальными он, по-моему, просто талант у человека, испортится всеми отношения. И в этой ситуации он не может представить, что будет дальше. Вот какие могут быть варианты? Вот, например, мы делаем сделку, и тогда мы уходим, и, значит, Хамас празднует победу. И это означает несколько очень тяжелых лет, и несколько лет тяжелейших обстрелов, угроз и, возможно, даже горячей войны. Но, типа, мы, допустим, движимые гуманистическими позывами говорим, что вот главное спасти наших заложников, а дальше мы уже будем думать, как преодолевать последствия. Либо, но это означает поражение, это конец политической карьеры Нетаньяху, политической жизни Нетаньяху. Либо второй вариант – это реоккупация Газы, которую армия очень активно не хочет, уже готовит всякие там презентации о том, какой это будет кошмар. Вот. Либо мы соглашаемся на предложение американцев, возвращаем в Газу палестинскую автономию при поддержке каких-то арабских сил, что тоже фактически означает сохранение Хамаса просто за какой-то ширмой, он будет там закамуфлированно присутствовать и, возможно, даже придет к власти и в Рамалле вместо Абу Мазена. Такой вариант тоже есть, потому что палестинцы воспримут это, конечно же, как победу Хамаса. Поэтому вот он
не может принять решение, какой из этих путей, какой из этих, понятно, что все они плохие, все эти альтернативы плохие, но тем не менее какой-то выбор надо сделать, потому что хуже всего это не принимать решение. Это самый худший вариант, который только может быть. Вот. И мы находимся в такой ситуации. Нетаньяху говорит, что мы в одном маленьком шаге от победы, никто в это уже не верит, и Израиль полностью перешел в такую стадию, как будто война уже закончилась, и уже вовсю вернулась внутренняя политика, и дрязги, и интриги, и грязи, и коррупция, и все что угодно. Все уже вернулось, поэтому такое вот, да, странное состояние. Американцы... Я хочу дійсно уточнити трошки про внутрішню політику, так і внутрішню ситуацію. Ми пам'ятаємо, що був, ну, як це, розпущений військовий кабінет. Це сталося після того, як Бенні Ганс звідти пішов, так, він заявив, що, ну, от, більше не підтримує ту політику, яку просуває прем'єр-міністр Нетаньяху. Що це означає? Чи є зараз загроза для уряду Нетаньяху? Ми пам'ятаємо, чого йому вартувало так зібрати цей уряд, скільки разів вибори проходили в Ізраїлі. Ну і, звичайно, ми розуміємо, що після нападу Хамасу на Ізраїль, ну, багато всього змінилося для Нетаньяху в політичному плані. В якому стані він зараз? У него очень сложная внутриполитическая ситуация, но я хочу немного внести точность. Его коалиция, с которой он пришел полтора года назад, она, в принципе, у него остается. Ганс и Айзенкот со своими мандатами, со своей партией присоединились, когда началась война. Типа, что вот создать правительство национального единства, объединить все силы. Кроме того, Ганс и Айзенкот, они сами генерал-полковники, высшее звание израильской армии, они были оба начальниками генштаба, и специально для них был создан вот этот военный кабинет. Когда они вышли, то просто кабинет Биби упразднил, потому что какой смысл? Кабинет был создан именно для того, чтобы они принимали участие в управлении войной. Так что отмена военного кабинета, по сути, ничего не меняет. Но Нетаньяху сегодня остается со своей первоначальной коалицией, где тоже идет очень сильный разброд. Попытки провести всякие непопулярные законы, особенно что касается освобождения ультраортодоксов от военной службы. Сейчас они хотели провести, уже отменили закон об расширении госаппарата, дополнительных синекурах для всяких раввинов. И многое другое. Это очень непопулярные законы, и внутри Ликуда тоже уже есть брожение, и между разными фракциями коалиции есть очень большие разногласия. Нетаньяху каждый день, вот с утра он встает, и его задача, чтобы к вечеру правительственная коалиция оставалась целой. Вот такая у него стратегия выживания. Каждый день он выживает по-новому. Это очень сложная ситуация, при этом еще надо управлять войной, при этом еще у него идут слушания по его уголовным процессам в суде. При этом он не очень здоровый человек. Мы знаем, что он уже с кардиостимулятором. Поэтому я, честно говоря, ему не завидую. Он в скором времени должен выступать в Конгрессе. Вот все мы ждем, это будет интересно. Потому что последний раз он это делал при Обаме, когда Обама подписал иранскую ядерную сделку. И Нетаньяху попытался таким образом через голову Обамы обратиться к Конгрессу. Конгресс его принимал с большой овацией, но Конгресс имеет очень ограниченное влияние на внешнюю политику, поэтому эта сделка состоялась. Трамп потом ее отменил. Но да, вот встает такой вопрос. Если вы помните, после российского вторжения несколько раз была Украина в такой ситуации, когда выступала с открытой критикой союзников и Германии, и Соединенных Штатов Америки за то, что оружие поставляется слишком поздно, слишком мало. И да, всегда были аналитики, которые говорили: ой, зачем ссориться, такие вопросы надо решать кулуарно, в коридорах, в тихих комнатах, шепотом, не надо их критиковать, они же отомстят за это. Но иногда практика, не иногда, а очень часто практика показывает, что именно публичность, она в этих вопросах помогает, потому что если все это происходит тихо и в кулуарах, то оно и длиться может бесконечно, поэтому иногда надо взорвать ситуацию и действительно выйти, ну, в Твиттер, как это, в экс-Твиттер, как это сделал Нетаньяху. Но действительно американцы не очень понимают, о чем идет речь, потому что есть задержка только одной партии оружия, вот этих тяжелых бомб.
которые американцы боятся, что Израиль будет применять в Рафиахе, и от этого будут большие жертвы среди мирного населения. А так, в общем-то, все поставляется. Посмотрим, что будет на выступлении в Конгрессе. Опять же, я говорю, это такая двупартийная политика, хотя сейчас вот сгущаются тучи в демократической партии и снова говорят, что Нетаньяху делает ставку на республиканцев, и демократы очень за это обижаются. Ми розуміємо, що насправді дуже багато всього залежить від результатів виборів США, і насправді все, що гальмується, це також відбувається через цю президентську кампанію, хоча там багато всього буде переобиратися. Цві, я вам дуже вдячний за цю розмову, дякую дуже. Цві Зільбер, наш колега, головний редактор Лучшого радіо, ізраїльський журналіст, був з нами на зв'язку, розбиралися з тим, ну, що відбувається зараз в Ізраїлі, так, українці вболівають за Ізраїль, ну і продовжують це робити. Що ж, далі у нас будуть новини. Після новин спеціальний ефір продовжиться. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.